Почему вратарям можно разрисовывать шлем, а другим игрокам нет? Хороший вопрос, его я задам вратарю. Серега, скажи, пожалуйста, почему вратарям можно разрисовывать шлем, а игрокам нет? Я думаю, это не смотрелось бы, если бы вся команда, 20 человек, были бы все в разных шлемах разрисованных. А вратари выделяются и показывают свою индивидуальность.